Собачий террор. Две кавказских овчарки гуляли сами по себе в микрорайоне Горцы. И прежде чем хозяйка поймала их и посадила на цепь, волкодавы успели искусать около 30 человек. По словам жителей частного сектора, этот случай здесь не первый. На месте ЧП побывала Елена Яговцева. Слышу крик с хозяйки, соседки, такой душераздирающий. Я думаю, что такое? Выскочил, смотрю, Варя тут лежит, у нее кровь бежит по ноге, по руке. Одну-то я вилами пытаюсь тыкать, а вторая-то мне хвать-хвать. Два укуса вот тут. Раны от клыков, окровавленная и разодранная одежда. Жители микрорайона Горцы боятся выходить из домов. Таков итог нападения двух собак на людей. Псы не бродячие, а домашние. Одна из пострадавших, 80-летняя Валентина Потапова, получила 6 укусов. Травмы на спине и груди. И если бы не сосед, подоспевший с вилами к месту баталии, быть настоящей беде. Я вот так руку подставила, чтобы ни лицо не укусили. И потом они начали на меня набрасываться. И они укусили меня вот это место. После этого они взад отбежали взад и укусили меня вот здесь. Вот это место все. Тоже там 3 раны. На другую местную жительницу Марину Воронцову волкодавы набросились, когда та прогуливалась вместе с внучками 5 и 7 лет. Пенсионерка успела затолкать девочек в калитку, но сама получила от разъяренных кавказских овчарок сполна. Те, как и в предыдущем случае, первым делом вцепились в грудь. Хруст такой у меня в грудь укусили. Вот дядя Коля подбежал с вилами, стал меня защищать. И то мой еще муж подбежал, они ему куртку порвали. Они начали на нас нападать. Естественно, что испугалась я, испугался сын. Молилась, чтобы ничего не произошло. Но как-то так случилось, что все-таки за руку меня одна из собак схватила. Я с собой ребенка закрыла, чтобы с ним ничего не произошло. Как выяснилось, в тот день пострадало около 30 жителей микрорайона Горцы. Всем потерпевшим понадобилась медицинская помощь. А хозяйка собак даже не принесла извинений. По словам соседей, она редко появляется дома, и ее питомцы предоставлены сами себе. Люди считают, женщина грубо нарушает закон. Написано 12 или 15 собак. Вот это правительство выпустило это распоряжение по собакам. Там злобные собаки. Значит, они вообще не должны ходить, гулять без поводка, обязательно с поводком, злобные, и обязательно в намордниках. Пострадавшие люди будут добиваться, чтобы хозяйку агрессивных псов привлекли к административной, а возможно и к уголовной ответственности. Они также намерены взыскать с нее моральный ущерб. Под коллективным заявлением в полицию подписалось 29 человек. Елена Яговцева, Александр Худяков, телевизионная служба новостей.